И рубрика «Компьютерные игры». Первая игра, о которой сегодня пойдет речь в нашей программе, относится к стратегическому жанру. И называется она «Steel Panther 3», что можно перевести как «Стальные пантеры 3». Несмотря на громкое название, эта игра никоим образом не связана с железными представителями животного мира. Просто у них там на Западе почему-то так принято называть танки. Не знаю, почему у зарубежных производителей компьютерной игровой продукции танки ассоциируются с пантерами. Лично мне трудно представить себе танк, который сначала долго сидит в засаде, а затем вдруг резво выпрыгивает оттуда и начинает гоняться за своей жертвой, пока наконец не поймает ее. Хотя кто их там знает, какие у них там танки. Итак, «Стальные пантеры 3». Пошаговая стратегия от фирмы Strategic Simulations. Смысл игры, как и у каждой похожей на нее, выиграть бой у соперника. Вы можете проиграть сразу несколько сценариев, либо пройти всю кампанию, играя за одну из сторон. Кстати, в игре вы можете выбрать страну, интересы которой собираетесь отстаивать на поле брани. Всего стран 55. Есть вариант боя, вы можете сами выбрать себе технику и расставить ее на поле так, как вам нравится. Также есть возможность составить свой сценарий боя и разыграть его. Драться можно как с компьютером, так и с живым соперником. Игра «Стальные пантеры 3» очень напоминает шахматы, только здесь вместо фигурок различного рода бронетехника. И поле поделено не на квадратики, а на шестиугольники. Чем примечательна данная игра? Во-первых, в ней присутствует вся реальная боевая техника, начиная со времен Первой мировой войны и кончая суперсовременными чудесами науки и техники конца 20 века. Во-вторых, со всей этой техникой можно ознакомиться, покопавшись в энциклопедии, в которой даны тактико-технические характеристики всего действующего в игре вооружения. Я прошу не использовать мое мнение как критерий оценки этой игры, но тем не менее скажу, что для меня игра про «Стальных пантер» не показалась слишком интересной. Дело в том, что я с детства не испытывал особой страсти к играм с передвижением фишек и всему прочему, что требует терпеливого сидения. Но зато я с удовольствием прочитал всю энциклопедию по вооружению, которая присутствует в этой стратегии. Кроме того, если учесть то упорство, с которым фирма Strategic Simulations клепает подобные вещи, а также учитывая тот факт, что только «Стальных пантер» вышло как минимум 3, можно сказать, что у этих игр тоже есть немало почитателей. Я думаю, что ей, несомненно, заинтересуются те, кто увлекается историей вооружения, поскольку игра представляет собой возможность не только посмотреть на предмет своего интереса, но и попробовать его в действии на своем друге. Броня крепка и танки наши быстрые. Другая игра, о которой мне хотелось бы сегодня рассказать, называется Quake 2. Когда наконец-то я взял в руки диск с этой игрой, первым моим желанием было громко крикнуть «Ура!». Что я и сделал. Не так, чтобы очень громко, в общем, как получилось, так получилось. Наконец-то свершилось то, о чем так долго мечтали геймеры всех стран и континентов. Явился на свет второй Quake. Конечно, это произошло не вчера, и даже не позавчера. Тем не менее, и наша программа наконец-то сподобилась о нем рассказать. Как вы уже поняли, это продолжение первого Quake, потрясшего когда-то в далеком 96-м году умы и винчестеры всего думающего поколения. Естественно, многие ждали, что же будет дальше. Итак, знакомьтесь, дорогие мои геймеры, Quake 2. Судя по всему, авторы игры учли все предыдущие недоработки и постарались исправиться. И похоже, у них это получилось. Во-первых, насколько я могу судить, Quake 2 — это первая игра из всего славного семейства, снабженная видеозаставкой. Не сказать, чтобы это была самая лучшая заставка в моей жизни, но для начала уже неплохо. По крайней мере, вам не надо долго и утомительно читать текстовое вступление. Во-вторых, наконец-то у героя с самого начала есть более-менее приличное оружие, а именно лазерный пистолет. Кроме того, после непродолжительных, но упорных поисков, недалеко можно найти вполне сносный дробовик. Сносный в том смысле, что с ним можно легко снести голову любому врагу. Одним словом, жить можно. Теперь само оружие и его положение с вашей точки зрения. Наконец-то оружие нашего героя располагается более-менее реально. То есть чуть сбоку, а не торчит строго посередине экрана, неудобно даже сказать из какого места. Правда, теперь возникли определенные трудности с прицеливанием. Но для особо привередливых есть приятный белый крестик, который можно отключить, если он все-таки вам мешает. Возможно, мне и кажется, но теперь оружие стало как-то поближе к реальной жизни. Например, скорострельная шестиствольная пушка «Вулкан», похоже, действительно стреляет со скоростью 6000 выстрелов в минуту. То есть не успеваете вы нажать на курок, как половина вашего боезапаса треском влепится во врага. После такого обычно мало кто выживает. Если кто помнит, то во всевозможных думах этот вид оружия ничего примечательного, кроме быстрого расхода патронов, не имел. Лабиринты в игре не такие мрачные, как прежде, хотя у них сохранилась прежняя квейковская характерность.
Во втором Quake задачи играющего не ограничиваются непрерывной борьбой за выживание. Теперь вам нужно выполнять различные миссии. Видимо, ваше командование решило, что такому хорошему солдату, как вы, негоже бесцельно шляться по захваченной инопланетянами базе. Поэтому, чтобы вы не тратили время зря, вам периодически подкидывают различные задания, которые вам приходится так или иначе выполнять. Самое главное, никуда не поворачивайтесь спиной, везде лицом и только лицом, причем одновременно. Также не забывайте поглядывать вверх и вниз. Дураков нигде нет. Если вас видят, сразу стреляют. В них самих попасть нелегко. Те, в кого легко попасть, обычно оказываются очень прочными, и сначала от них надо долго-долго убегать. Единственное, что смущает во всем многообразии красок, так это то, что игра стала очень требовательна к аппаратной части. И даже на 233-м Pentium иногда ухитрялась тормозить, правда, при очень высоком разрешении. А в заключении маленький подарок. Эти коды могут значительно облегчить вам тяжелую жизнь опытного бойца-десантника. Первый код делает вас неуязвимым. Второй позволяет вам получить все предметы, которые только можно получить в игре. И последний позволяет вам прыгать с уровня на уровень, независимо от того, закончили вы его или нет. А теперь, мои дорогие геймеры, я прошу минуточку серьезности и внимания. С сегодняшнего дня рубрика «Компьютерные игры» объявляет хит-парад компьютерных игр. Я предлагаю вам самим выбрать 5 самых лучших игр, на ваш взгляд, и прислать их мне. А результаты конкурса хит-парада я объявлю в следующей нашей программе. А на сегодня это все. Я, Сидоров, прощаюсь с вами. Это была рубрика.